Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Нургалиев Даниэль, защитник команды КНИТУКАИ. Что можешь сказать о сегодняшней игре? Игра получилась яркой, было много моментов и у той, и у другой команды. Много фолов. Ну, достаточно яркая игра. Команда выступает в сезоне, новом сезоне НСФЛ без побед. С чем это связано, как ты думаешь? Команда новая, на 50% состоит из новых игроков, первокурсников. Пока мало взаимосвязи между одноклубниками. Вроде все. Как оцениваешь своего сегодняшнего соперника? Сегодняшний соперник показался не таким сильным, если честно. Но забили из-за своих же ошибок. Не знаю. Какая игра была тяжелее, вчерашняя или сегодняшняя? Сегодняшняя потяжелее была. Как тебе город, организация, обстановка? Ну, в городе мы еще не были. Живем маленько далековато. Организация, средняя, выше среднего. Желаю вам удачи, спасибо.